Дорогие друзья, я сегодня как хозяйка чищу фраше. Значит, я думаю, что всем знакомо вот такое, да? Вот оно с двух сторон черное. Чистим. Ой, самое главное не порезаться. Потому что я вам скажу, я тут все руки изрезала, просто изранила, изрезала этими швейцарскими ножами. Значит, я вам сейчас покажу, как у меня получилось. Но это буквально за считанные секунды, да? Вот вы можете сравнить. Ха! Вот можете сравнить здесь. Здесь. И здесь. Значит, что я делаю? Я взяла белую рукавичку и просто, ну вот, намочила. Сидите, проверяйте домашнее задание у ребенка. Или смотрите любимый сериал. Или разговаривайте с подружкой. Можно еще подружку рядом посадить, пускай тоже чистит свое фраже. Со своей рукавичкой исключительно. Ну и вот у вас вот такое получается. Я вам сейчас просто хочу показать разницу, чтобы вы ее увидели. Я думаю, что разница видна очень сильно. Это я потратила 30 секунд. А если вы такое будете делать каждый раз, моечка для посуды, когда будете мыть посуду, у вас вот этого страхиття, у вас все будет вот так чисто, а не вот так черно. Видите, не показала, какой ужас на рукавичке остался просто чернейший. Это от одного ножа. От одного. Представляете? Силу чистиков. До какой глубины в поры входит и всю грязь достает.